В период с 19 по 25 ноября диспетчеры службы 112 приняли 391 вызов скорой помощи. 13 раз жителям потребовалась помощь пожарной охраны и 169 раз правоохранительных органов. За прошедшую неделю зафиксировано 3 возгорания частных дома. К счастью, без пострадавших. В районе деревни Городище в реке Москва обнаружен труп мужчины. По предварительной версии, это местный рыбак, вышедший по первому льду на рыбалку. Будьте бдительны и осторожны на водоемах. Выход на водоемы по тонкому льду запрещен и приводит к трагедии. За прошедшую неделю произошло 9 ДТП. Огнеборцы выезжали 3 раза на тушение пожаров, 11 раз на тушение мусора. Аварийно-спасательный отряд совершил 10 выездов, из них 4 раза на помощь населению, пожарным 3 раза, полиции 1 раз и медикам 2 раза.